Да. Нет, трубку брать. Здравствуйте. Привет, кто это? Будьте добры, мне нужен Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Могу ли услышать его? Все возможно в нашей жизни. А вы кто? Меня зовут Иванов Сергей Олегович, старший инспектор судебного отдела компании «Восток-Финанс», город Москва. Так все же, насколько я понимаю, Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы, да? Отлично понимаешь. Очень хорошо. Меня зовут... Сегодня, вижу, мои коллеги сегодня с вами связывались из города Москва, идет запись разговора по поводу Хандеватского банка открытия в 609 750 рублей 8 копеек. Вы с своей коллегой договорились о решении данного финансового вопроса по программе вращения части основного долга? Мы с ней договорились, что она сегодня звездой Ютуба станет, как и ваши другие коллеги. Ну и ты тоже станешь. Да, да, начнем с того, что не ты, а вы. А во-вторых, на данного Дмитрий Евгеньевич, ваша задолженность почему до сих пор не оплачена? В размере 264 950 рублей 00 копеек с экономией в 344 800 рублей 8 копеек. Возьми приспособление, которым на лбу можно татуировку сделать, и запомни, я тебя буду называть на «Эй-Би». А ты меня можешь назвать просто «Хозяин». Понял? Нет, вы будете говорить мне «Вы» и будете говорить «Сергей Олегович». А я буду с вами разговаривать так, как посчитаю нужным. Потому что вы заемщик, во-первых. А ты не доносок, вы на данный момент нарушаете законы Российской Федерации. Вы на данный момент ухудшаете финансовое положение себе, вашей семье и нормальную жизнь вашим родственникам и соседям, которые устанут в ближайшее время, Дмитрий Евгеньевич, говорить вам о том, что хватит, Дима, не платить за свои задолженности. Мы устали от звонков. А потом как посмотрим, как вы будете сами на коленях перед соседом извиняться. Я рассказываю, кто чей хозяин. Сумма задолженности будет взыскана за полное погашение. 264 950 рублей за так оплату. Ну ты придурок. И это уже все законные последствия. Все друг... Да. Нет, трубку брать. Здравствуйте. Привет, кто это? Будьте добры, мне нужен Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Могу ли услышать его? Все возможно в нашей жизни. А вы кто? Меня зовут Иванов Сергей Олегович, старший инспектор судебного отдела компании «Восток-Финанс», город Москва. Так все же, насколько я понимаю, Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы, да? Отлично понимаешь. Очень хорошо. Меня зовут... Сегодня, вижу, мои коллеги сегодня с вами связывались из города Москва, идет запись разговора по поводу Хандеватского банка открытия в 609 750 рублей 8 копеек. Вы с своей коллегой договорились о решении данного финансового вопроса по программе вращения части основного долга? Мы с ней договорились, что она сегодня звездой Ютуба станет, как и ваши другие коллеги. Ну и ты тоже станешь. Да, да, начнем с того, что не ты, а вы. А во-вторых, на данного Дмитрий Евгеньевич, ваша задолженность почему до сих пор не оплачена? В размере 264 950 рублей 00 копеек с экономией в 344 800 рублей 8 копеек. Возьми приспособление, которым на лбу можно татуировку сделать, и запомни, я тебя буду называть на «Эй-Би». А ты меня можешь назвать просто «Хозяин». Понял? Нет, вы будете говорить мне «Вы» и будете говорить «Сергей Олегович». А я буду с вами разговаривать так, как посчитаю нужным. Потому что вы заемщик, во-первых. А ты не доносок, вы на данный момент нарушаете законы Российской Федерации. Вы на данный момент ухудшаете финансовое положение себе, вашей семье и нормальную жизнь вашим родственникам и соседям, которые устанут в ближайшее время, Дмитрий Евгеньевич, говорить вам о том, что хватит, Дима, не платить за свои задолженности. Мы устали от звонков. А потом как посмотрим, как вы будете сами на коленях перед соседом извиняться. Я рассказываю, кто чей хозяин. Сумма задолженности будет взыскана за полное погашение. 264 950 рублей за так оплату. Ну ты придурок. И это уже все законные последствия. Все.